Более 12 тысяч казахстанцев призовут на срочную воинскую службу в Казахстане в этом году. Кампания стартовала 1 октября. Отличное здоровье, уровень образования и морально-психологическая устойчивость призывников. А вот на чем делают акцент при отборе. Об особенностях осеннего призыва 2015 расскажет Гаухар Сарсимбаева. Абдуманапов Бектас Абдушукурович, мол, сіз Жамбыл облысы Мерке ауданы 11-971 әскер бөліміне барасыз. Команданы 2 күн екен алып кетеміз. Для многих из этих ребят слова действительно заветные. Уже через 2 дня 30 столичных призывников отправятся на юг для несения срочной службы. Примечательно, что личные дела практически каждого из призывников пестрят спортивными достижениями. Как минимум, кандидаты в мастера спорта и с высшим образованием. Им предстоит служить в аэромобильных войсках, либо в частях противовоздушной обороны. Отбор нынче строгий. Попадаю в пехоту. Желание хорошее, потому что это элитные войска. Поэтому вообще просто каждый должен служить, я так считаю, я так думаю, что каждый должен отслужить, отдать долг родине. Качественный состав и возросший индекс здоровья будущих солдат отмечают и специалисты. Незначительные патологии встречаются у 10-й части общего числа призывников. Чаще всего это заболевания желудочно-кишечного тракта. На втором месте это хирургическая патология. Ну, не тяжелая. Как правило, это такие заболевания, как деформация, искривление стоп, это варикоцели, те, что подлежат в короткий период оперативному лечению. И на третьем месте у нас вот по итогам весенней комиссии вышла такая патология, как лор-заболевание. 90% ребят, которым медкомиссия дала отсрочку, после лечения вновь возвращаются в ряды призывников. Стоит отметить, что повсеместно при комиссиях открыты диагностические кабинеты. Предусмотрены наркотестирование, обследование на гепатит, туберкулез. А вот о морально-психологической устойчивости призывников говорят результаты специального теста. Явно уклоняющихся, которые вот, игнорируют повестки в военкомат, таких граждан у нас нет. И по этой статье еще, если вы можете даже правых можно запросить, не привлечены к уголовной ответственности. Напомню, согласно поправкам в закон, разыскникам грозит штраф от 1 до 3 тысяч МРП или лишение свободы на 1 год. Но есть еще альтернатива – 40-дневная подготовка в военно-технической школе с последующим получением военного билета. Цена вопроса – около 1000 долларов. Гаухар Сарсимбаева, Жандос Битабаров, Астана.